Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 22 августа, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Филарета. Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как «любящий добродетель». Небесным покровителем его является святитель Филарет Гумилевский, архиепископ Черниговский. В начале XIX века в семье священника родился сын, которого нарекли Дмитрием. Общество благочестивых родителей и аскетическая жизнь тетки-наставницы привили юноше любовь ко Господу. И молодой человек всем сердцем возжелал принять монашество. Окончив духовное училище, Дмитрий осуществил свою мечту и ушел в монастырь, приняв постриг с именем Филарет, где вскоре был рукоположен во иеромонаха. А в 1835 году отец Филарет был возведен в сан архимандрита. Служил ректором Московской духовной академии и являлся настоятелем Богоявленского монастыря. А позже святитель был назначен на Рижскую кафедру. Трудолюбивый владыка всецело поддерживал стремление коренного населения к православию. Благодаря ему были открыты десятки приходов и церквей. За праведную жизнь и благостное влияние на паству владыку Филарета назначили архиепископом Черниговским и Нежинским. Во время холеры 1866 года святитель объезжал епархию с целью ободрить народ в тяжелый час и, заболев в пути сам, скончался. Холера меж тем прекратилась, так и не добравшись до Чернигова, где владыка был погребен. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Матвея, Антона, Юлиана и Макара, Ивана, Яна, Якова и Алексея, Дмитрия и Петра, а также Марию и Маргариту. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С днем ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!